Раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велену. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Убивают! Если чесноку во все дырки напихать, никакой мор не приблизится. Только откуда его взять, чеснок? У вас в руках такое ремесло, что нынче голодать не будете.
Есть тот ведьмак, Страшила. А в те шахты он набрал. Я у себя в носу кое-что поинтереснее. Говно! А вы ведьмак? А не барон. А с ним весь этот сброд. Ты смотри, что говоришь, дед. А что мне сделать? Если бы не хозяйки, что чаще бы, давно бы мы все поняли. Бароновы люди кнутом проучат, не будешь такой заносчивый. Привет. Да бы что ли. Прощай. Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велену. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Привет, вам. Я бы что-нибудь выпил. Что у вас там есть? Прощай. Получше не будешь такой заносчивый. Thank you.
Шевелись, плотва. Отдохни. Ты купил три? Да здравствует король. Нетрезвых молокососов, извозчиков и шкалеров с кафедры философии не обслуживаем. А я что, похож на хоть кого-нибудь из этого списка? Всегда лучше предупредить, чтобы потом не было проблем. А чем тебе шкалеры насолили? Давай не будем об этом. Что принести? Покажи мне свои товары. Играешь в гвинт? Только ни с кем попало. И всегда с высокими ставками. С тобой я бы сыграл, пожалуй. Согласен. Сыграю на твоих условиях. Проигрывать, но это не значит, что не умею. Карты и награда твои. Ты игрок бывалый, знаешь, наверное, где найти редкие карты? В Новиграде у корчмаря Оливера поспрашивай. Он сам поигрывает, хотя до меня ему далеко. А вот шинкарь из корчмы на распутье, Велень, посильнее него будет. Thank you.
Но! Ай-яй! А! Ну-ка, ну-ка! Но? Покажи мне свой. Бывай. Пиар Херзер Айпанлуит. А я сегодня получил горбушку хлеба. Как же это? Приветствую. Покажи свой. Я хочу с... Приветствую. Я хочу.
Приветствую. Я хочу... Делаешь лодки из соснового дерева? Нет, ясное дело. Баба мне сосну приволокла, чтобы я колыбельку вырезал. А с лодками дело не идет? Не особенно. Рыбы-то нет. Говорят, ты хороший лодочный мастер, а картежник из тебя еще лучше. Хочешь сыграть? Я всегда готов. Thank you.
Ты проиграл, но не печалься. У нас говорят, кому не везет в картах, везет в любви. Точно про меня. Баба-то моя ни к чему не годная. Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись. Опять вы... Хочешь сыграть? Почему бы и не... Ты проиграл. Ты убьешь всех чудовищ? Всех!
Амулетики? Без... Покажи мне свои товары. Зубы мертвецов, почечник. Прощай. Амулет. Не хочешь? Thank you.
Разве ж это важно, откуда жратва? Лишь бы миска была. А что трубки под березкой закопали? Погубайте, Габриэль! Защити себя сам! Не выходи из дома без надежного самострела марки Габриэль! Коль первый выстрел твой, то слово за тобой! Покажи товары. Ты часом не хочешь отдохнуть от торговли и сыграть со мной в карты?